короче, пацаны, вы же знаете, я же в ДВД служил. Кайда-кайда? В ДВД. И, короче, я с поезда слазю, короче, с духами приехали, с пацанами слазю. Всех сразу строить начинаю. Деды, старшина, подполковник, всех построил, говорю, короче, Тайсона не злите, тогда Тайсон не будет зол на вас, Седан. Бэр, в шоке, прикинь. Ну, тут один дед на меня вот так со стульчиком бежит, бам, на голову, прикинь. А у меня башка железная же, у меня в дребезги разбивается этот стул. Братан, подожди, подожди. Ты же ВТШ на 40 дней ходил, я тебя 2 месяца назад видел. И какой ВТШ? ВДВ, дай бутылку, сейчас не надо, братан. Да смотри, ё-моё, смотри. А что с вами случилось? Я же в этом ВДВД служил. Когда? ВДВД. Короче, все десантники, когда с самолета прыгали, я без парашюта прыгнул, прикинь. Хорошо на голову приземлился, ё-моё. Серьёзно? Серьёзно. Отвечаю. Большие гады. Ваха, ваха, ваха. Блин, не ворма? Красный сарафан есть, брат, 36-й размер? Да. Видишь, там берет Акиш. Ща, Акишка, Вармин. Акишка. Ну, 2,5 окончательно, Акишка. Дальше уже бумай, да, Акишка. Ну, курюши, попробуйте, Акишка, курюши. Блин, она этот большая же. Нет, как раз, ма вырос же у тебя. Вот этот как раз, вот такой шапочка еще есть. Все. Муа. Стерегу. Проходите, проходите. Что там? Оптовая цена. Заходим, заходим. Андас? Стильный, модный вообще. Да нет, что-то не то. Андас, алла спа, алла мы спа, идите, а. У нас тоже тут это. Да, Ябру! Эй, успокойтесь вдвоем. Из-за этого ругать, что ли, будем? Друзья называется. Один тоже совесть имей. Ты всю жизнь счет оплачиваешь. И я буду оплачивать счет. Подожди, говорю. Он с 10-го года не оплачивал. 10 лет ты оплачиваешь счет. Короче, отдыхайте, поняли? Ну что ты сразу? Давай закрой нормально один раз, а? Забери свои деньги, Азин. Азин, и ты не прав, короче, да? И ты не прав. Я сам заплачу счет. Из-за этого... Дай ее закрой, мы же друзья. Мы же друзья. Мой друг. Блин, братан. Тачка, конечно, огонь, вся такая черная, кожаный салон. Но если честно, блин, я не особо разбираюсь в тачках. Сейчас братан подойдет, он прямо экспертом посмотрит. Да без проблем, любое СТО, любые проверки. Ну все, отлично. А, вон он, подходит. Салам алейкум. Алейкум салам. Братан, ты же эксперт, посмотри, а. Что там, камри мы? Да. 2 секунды, ой. Твоя, да, братан? Да. Я гляну, да? Ну, мое. Братан, смело бери. Серьезно? Да, у него на спидометре 260, прикинь. Да, ну, любого. Блин, рахмет тебе, что уделил время. Же. Смело звони. Брат, я беру тогда. Короче, пацаны, прикиньте, алдына на район выхожу, короче, смотрю, какая-то толпа стоит. Бергезе, эта толпа на меня начинает бежать, а это 40 боксеров с ножами, прикинь. Вот так ножи схвати, на меня бегут, вот так мне пихает, а я вот так беру нож, вот так, прикинь, одного потом сношу, короче, ногой. Подожди, подожди, Тайсон, вот мне кажется, ты наебываешь, кажется, все твои истории один большой наеб. Вот нет, мне тоже так кажется, наебывает у нас вот по-любому. Нет, пацаны, вы что, всю жизнь, что ли? Нет. Может, отпиздим его, а? Давай, давай. По одному, пацаны, пацаны, не шакайте, пацаны, что за беспредел? Пацаны, по одному. Вот Тайсон мощный, даже в коме с кем-то дерется. Да, смотри. Тайсон у нас такой. Большие города. Матья, ассаламу алейкум. Халдарым калай. Как жена, дети, как? Я видел это в садике, первое место взяла почти не секунд. Молодец, ваша дочка вообще молодец. Вся в вас пошла. А это что за пиджак, это что за... Что за джинсы у вас, это обувь вообще? Что за рубашка, Матья? Шикарно выглядит, как всегда, вы самый лучший, самый красивый. Что надо, сразу говори, что надо. Да я вот по своему вопросу, помните, насчет работы, повышения. Решим, асхпаш, не торопись, самое главное. Можно быстрее, пожалуйста, 2 месяца жду. Маки, можно быстрее, пожалуйста. Маки, долго жду, маки. Маки, быстрее, можно, пожалуйста, быстрее, долго жду. Маки. Куда он делся?
Успокойся, все хорошо, ты не параноик. Пацаны, у меня такой вопрос, если я стану вдруг депутатом, да, мне нужно потренироваться, как я буду с народом разговаривать. Какие вопросы задайте мне? Господин депутат, а зачем вы вот, чтобы постелить трубы, ждете, пока новый асфальт постелят? Все, я вас понял. Ну, понимаете, это не в моей компетенции сейчас, но я решу вопрос. А что вы буксуете? Как есть, отвечайте, а? Не, не буксую. В смысле не буксуете? Давай другой вопрос. Задайте вопрос, а? Ладно, я не могу ответить на этот вопрос. Ну вот, скажите, пожалуйста, зачем вот бордюры нормально хорошие, меняйте на новые бордюры? Новые бордюры, они же немножко ломаются. Вот, что за... Нормально ответьте, пожалуйста. Не, нормально отвечайте. Не, я отвечаю. Зачем сносят деревья, да, чтобы бизнес раскрутить? Куда вы смотрите? Нет, на этих деревьях они восстановят. А? Нет, я нормально отвечайте? Мы для чего голосовали для вас? Нормально отвечайте. Успокойтесь. Нет, вопрос, куда? Где? Короче, это хозяин ресторана. Они работают, повесить людей уже. Карантин, марантин, пофиг они, работают, колян, мально все ставят. Поняли? В первую очередь хозяин не берем. Все вход закрыли там, да? Второй, третий, опять нормально ставят? Да, такой. Короче, технично работаем. Людей не стреляйте, это как баран начнет убегать. Хорошо? Хорошо. Че, ко мне, что ли? А? Захват, что ли? А у меня сын ресторан закрыт, пацаны. Мне вчера предупредили, что вы с проверкой, что ОМОНовцы залетят. Кто предупредил? Сакей, бас, главный. Мы когда работаем, он всем звонит и говорит, на ОМОН гилет, а на ОМОН где Абайляндр. Я вот закрылся сегодня. Так что, что как маленькие дети всему верите? И гибаровидно? Или что? Сейчас не два? Давай, сейчас не два. Холодно, стоит. Надеюсь, ты сейчас не будешь ко мне приставать прямо на этом диване. Да прекрати ты, чего, Лаурка? Ты не пальчишка, да? Надеюсь, ты сейчас не разорвешь с меня все одежды и не найдешь. Лаурка, давай сейчас отдыхай. Ты же такой шпой там, Мирта. Тихо. Ужас. Надеюсь, сейчас ты не воспользуешься, что я пьяненькая и не позовешь меня в душ. Так прекрати, Лаурка, давай отдыхай. Ты же ходишь. Жасик. Что случилось? Нормально все? Надеюсь, я сейчас усну, утром проснусь, не очнусь в своей рубашке. Да, Лаурка, прекрати, ты что такое говоришь? Ты же моя названная сестренка. Какая тебе названная сестренка? Ты уже скажешь, блин. Все, домой поехала, блин. Давай мне на такси тогда. 200 тенге дашь, все, и поехала. Или что?